Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашего сегодняшнего методического лектория по историческому краеведению. Я напоминаю, что мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества». И сегодня мы с вами отправляемся в Новгородскую область для того, чтобы победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Игорь Александрович Свинцов, поделился с нами своим опытом в работе в области краеведения, в области преподавания истории родного края. Игорь Александрович является главным редактором областной газеты «Новгородские ведомости». И для того, чтобы не задерживать начало нашей сегодняшней встречи, я с удовольствием передам слово нашему лектору. Здравствуйте, Игорь Александрович. Рад добрый нашей день. Встрече. Добрый день, участники нашей сегодняшней встречи, нашей беседы. Я постараюсь быть кратким и понятным. Единственное, что основные участники, да, нашего краеведения – это все-таки учителя, преподаватели. Они обладают соответствующей методикой, они используют дидактику. Да? Я же не являюсь преподавателем. Я, естественно, конечно, провожу встречи с детьми, с подростками, с учащейся молодежью. Но я постараюсь свои презентации разделил на две части. Первая часть именно будет посвящена совместной работе и как я строю свою совместную работу по краеведческим исследованиям с детьми. Я условно говорю дети, потому что это и младший школьный возраст, и старший школьный возраст, и студенчество может к этому относиться. Да. И потом поговорим во второй части о исследованиях, методиках исследования уже так взрослого, такого серьезного исследования исторического. Давайте начну с презентации. Я ее так и назвал. Создаем историю вместе. Видно ее, да? Да, спасибо. Вместе, потому что можно, конечно, проводить исторические исследования, краеведческие исследования и в одиночку, но в принципе, это такая благодатная почва для воспитания подростков. Прекрасный инструмент, очень увлекательный может быть. Так начнем. Главное, с чего я всегда отталкиваюсь в своей работе, детский мир любит познавать, а не учиться. Учиться для детей и подростков – это некое такое обязательное насилие, да, процесс которого они должны пройти, а вот познавать – это все-таки стремление узнать что-то новое, причем интересное для себя. Это не содержит каких-то препонов, запретов, это их постоянно притягивает, и поэтому с этой точки зрения я и подхожу к совместной с детьми и подростками совместному исследованию. Главное здесь заинтересовать, то есть это я не в процессе исследования я их не учу, я им подсказываю и превращаю, давайте так условно, уж простят мне педагоги, любое историческое исследование можно превратить для детей в увлекательный квест. И самое главное, чтобы они стали авторами этого квеста, они сами определили пути, по которым им идти, поэтому важен этот длинный путь, а не, по большому счету, конечный результат и финиш по окончанию исторического исследования. И этот путь имеет основополагающее значение, потому что именно в процессе его прохождения, да, в процессе этих своих исторических исследований, они и получают тот эмоциональный заряд, те знания и навыки, которые я бы хотел, чтобы они получили, проводя со мной совместную работу. Ну и очень важно, я считаю, что история – это все-таки, ну и как краеведение, это жизнь людей, а не даты и события. Не только потому, что историю творят люди, но потому что изучение жизни людей – это тот эмоциональный заряд, который привлекает подростков, окрашивает их исследования вот такими жизненными красками, и им становится интересно. Сейчас я попытаюсь вам объяснить на одном примере. Пожалуйста, вот если мы заявляем тему «Жизнь, судьба» Всеволода Эдуардовича Багрицкого, да, военного корреспондента,
поэта и журналиста. Тут приведена, значит, Верострийшая, которая выбита на его могильной плите. Это измененная четверостишие Марины Цветаевой. Когда, если детям, давайте займемся жизнью и судьбой Всеволода Дударовича Багрицкого, 19-летнего парня, который погиб здесь, под Новгородом, в феврале 42 года. Абсолютно молодой парень. Что мы о нем знаем? Мы знаем шаблонные, сухие строки, что он, будучи корреспондентом газеты «Второй ударной армии», буквально в ней прослужив небольшое количество времени, погиб во время командировки, когда брал интервью с одним из офицеров, погиб в результате бомбежки. Это сухо, это неинтересно, это можно прочитать везде, и это ничего не говорит о Всеволоде Багрицком. Человека с очень интересной судьбой, и именно его судьба может показаться, да и стать для подростков очень интересной в смысле тех изменений его в жизни, тех событий. Он очень похож на современного человека, да, в принципе, человек любого поколения, молодого человека. Итак, если мы понимаем тему, в этой теме, чтобы привлечь подростка, всегда должна быть тайна. Вот наша тайна. Слева находится надгробная плита Всеволода Багрицкого на Новодевичьем кладбище в Москве вместе с плитой его матери Лидии Багрицкой. А справа мы увидим памятник на могиле Всеволода Эдуардовича Багрицкого в лесу, 5 километров юго-западнее от железнодорожной станции Мясной Бор Новгородской области. И наличие двух могил у одного человека говорит о том, что это тайну, которую нам надо открыть, пройти путем исторического исследования. И это уже увлекательно для юных участников этого исследования. В Новгородской области есть ежегодное мероприятие, оно называется «Тропой Орлова». На этих фотографиях вы видите достаточно большое количество добровольцев, которые в нем участвуют. В феврале каждого года, ну, естественно, это зимний период, на лыжах по лесу участники этого такого своеобразного похода ходят к могиле Багрицкого. Она находится в достаточно труднодоступном месте, поэтому зимний поход, он наиболее легкий, и тем более приурочен к месяцу гибели Всеволода Багрицкого. Что знают эти люди о Всеволоде Багрицком? Практически ничего. Этот поход можно считать отправной точкой, чтобы начать свое историческое исследование. Эти молодые люди преодолеют за один день это расстояние 5 километров. Можно, конечно, со стороны подумать, что это поход такой, знаете, выходного дня, больше лыжи, нежели истории. Но вот когда они достигают своей цели, могилы Всеволода Багрицкого расположены в лесу, что они могут там услышать? Услышат они, конечно же, пока еще, говоря, кто проводит это мероприятие, больше шаблона информации, но для себя они услышат новые фамилии. Они узнают новые факты. Там они услышат об Эдуарде Георгиевиче Багрицком. Это отец Всеволода Багрицкого. О Марине Ивановне Цветаевой. Ну, наверное, почти все участники похода знают Марину Цветаеву, великую поэтессу. Это просто кумир Всеволода Багрицкого. И именно почему он написал, поставил презентацию четверостишие, которая выбита на мемориальной плите на могиле Багрицкого. Это именно чуть переделанная четверостишие Марины Цветаевой. Они узнают о долине смерти и Мясном Боре, потому что могила Багрицкого находится именно там. Они узнают о Николае Ивановиче Орлове,
первом поисковике и, можно сказать, основоположнике поискового движения в России, который нашел могилу Всеволода Багрицкого по просьбе его матери Лидии Густавовны, они могут услышать фамилию Мусы Мустафовича Джалилова, более известный как Муса Джалиль, татарский поэт, который сменил погибшего Всеволода Багрицкого на корреспондентской должности в редакции газеты «Второй удар на армию». Вот эти уже направления для дальнейшей краеведческого исследования. И здесь, как вы видите, четыре судьбы, четыре фамилии, которые непосредственно связаны с судьбой Всеволода Багрицкого. Связаны не только с его судьбой, связаны с формированием его мировоззрения, связано со средой, в которой он воспитывался. И там находятся те ответы, почему 19-летний парень, который, по идее, не проходил никакую медкомиссию, не мог пройти по состоянию здоровья медкомиссию в Красной армии, чтобы попасть на фронт, он был необычайно близорук. Почему он оказался на фронте и не проведя исследования о судьбах этих людей, как они связаны со Всеволодом Багрицким, но с отцом, с Эдуардом Багрицким, он умер достаточно рано, в 1934 году, но он на тот момент, 20-е, 30-е, 40-е годы, известнейший советский поэт. Мы помним этим строки, да, нас водила молодость в огненный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Именно он повлиял на Всеволода Багрицкого, на его пристрастие к стихам. Марина Цветаева просто его кумира. И после того, как она умерла, Всеволод Багрицкий перед фронтом смог съездить на ее могилу. Он не мог это не сделать, потому что она всю жизнь оставалась его кумиром. Николай Иванович Орлов – это отдельная история. Это история поиска могилы Всеволода Багрицкого, потому что это лесная зона. Он был похоронен тогда же, в феврале 1942 года. Потом со временем уже никто не мог вспомнить. Ну, все, надеюсь, все знаете, да, трагическую судьбу второго ударной армии. Эта могила была утрачена, и долгие годы поиска могилы Всеволода Багрицкого по просьбе Лидии Густавовны. Это отдельная уникальная история. И несмотря на то, что Николай Орлов нашел могилу Багрицкого уже после смерти его матери, документально это подтверждено, что это именно он, потому что проводилась эксгумация. Поэтому это все объясняемо, почему мы имеем две могилы поэта. Фактически пустую могилу на Новодевичьем кладбище, потому что это не могила Всеволода Багрицкого, а это память о сыне его матери. И мы имеем настоящую могилу в лесу, в 5 километрах от ближайшего населенного пункта Новгородской области. И плюс Муса Джалиль, человек интереснейшей судьбы, трагической судьбы. Сменив Багрицкого, он буквально через несколько месяцев попадает в плен. И дальше мы можем проследить, тоже поэт, и дальше мы можем проследить его судьбу. Все это прекрасно увязывается в общую картину исследования. Все это прекрасно объясняет не только поведение людей, но и атмосферу того времени. Мы понимаем, почему так себя вели люди. Мы понимаем и события, да, которые повлияли на их судьбы. Но что мы еще, если можем дальше углубляться по этим ниточкам этого исследования, что еще юные участники исследования могут узнать? Они могут узнать еще несколько фамилий, несколько направлений своего исследования. Например, Лена Георгиевна Баннер. Вот она здесь
Дружна на фотографии. Военный медик, тоже участник Великой Отечественной войны. И дети должны сами дойти, почему в этой истории участвует Ильина Бандера. Мы ее больше знаем как жену и верную спутницу академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Ну, мало кто знает, что между молодым Всеволодом Багрицким и Еленой Бандер был нежный юношеский роман. У них очень похожие судьбы. Рано ушедшие из жизни отцы, арестованные матери. Такие брошенные, беспризорные немного дети 1937 года. Мы можем узнать еще одну интересную фамилию. Это Лидия Густавовна Сулок. Это никто иная, как мама Всеволода Багрицкого. По девичьей фамилии и Юрий Карлович Олеша. Вот здесь еще одна удивительная история, объясняющая среду, в которой воспитывался и жил, да, молодой еще да, подросток Всеволод Багрицкий. Юрий Карлович Олеша был не просто вхожен в их семью, а он был женат на родной сестре, да, Лидии Густавовны. И если мы вспомним прекрасную сказку Олеши «Три толстяка», то главную героиню, как раз девочку, звали Сулок. Это не что иное, как такая память о своей жене. Он просто фамилию превратил в имя главного персонажа своей сказки. Очень вот этих много таких ответвлений судеб человеческих, по которым детям очень интересно идти. Если вы помните, да, наверное, все помните великолепный фильм «Доживем до понедельника», да, когда учитель истории Илья Семенович Мельников в исполнении Вячеслава Тихонова говорил, а кто такой Петр Петрович Шмидт? Это не просто... не просто офицер, это не просто революционер, это не просто даты в историческом контенте, а это человек, это блистательный офицер, поэт, человек горячий, справедливый. И вот во всей этой истории, мы когда делаем исследование о Всеволоде Багрицком, важна именно каждая фамилия. Важна судьба каждого человека, с которым так или иначе прикасался Всеволод Багрицкий и те люди, которые имели влияние на его формирование как гражданина, поэта, человека. И тогда мы поймем мотивацию тех поступков, которые совершил Всеволод Багрицкий. И это действительно для участников исследования становится очень интересно. Поэтому вот эти людские судьбы создают вот они историческую атмосферу вот, и становятся элементами цепи событий. Нам не нужно прослеживать просто фронтовую судьбу Всеволода Багрицкого. Она очень короткая. И чтобы это историческое исследование было интересно другим подросткам, вот именно надо к нему подходить с эмоциональной человеческой точки зрения. Поэтому все эти истории, они вызывают особый интерес и доверие. А когда мы говорим о человеческих судьбах, естественно, понимание, сочувствие, переживание, вот этот важнейший элемент процесса исследования. Детей это очень затягивает. Они это еще и на себя проецируют. И когда мы составляем всю эту историю, как матрицу, мы относимся не как к матрице, а как к живому организму, вот мы получаем историю не событий, а историю жизни людей. И самое худшее, что может быть в подобных исследованиях, это, конечно, шаблон. Шаблоны – это худшее, что может произойти с исследованиями, и у авторов, и героев. К сожалению, все эти шаблоны повторяются у нас из года в год, из мероприятия к мероприятию. Мы говорим, что был такой человек, 19-летним еще мальчишкой попал на фронт,
У нас много 19-летних мальчишек воевали. Буквально прослужил пару месяцев, погиб. Трагедия, прочитаем пару стихотворений Всеволода Багрицкого. И, в принципе, все. Это такой шаблон, от которого надо не просто отказываться, от него надо бежать. Потому что единственный сборник стихов Всеволода Багрицкого вышел только в 60-х годах. Кстати, старания моего матери и Елены Баннер, которая уже по прошествии там более 20 лет после его гибели не переставала его любить. Это была единственная книга, единственный сборник его стихов, серьезный, который, к сожалению, поэт в жизни не увидел. Но всегда надо в исторических исследованиях не ставить жирную точку. Надо оставлять такие, как я говорю, маленькие хвостики, чтобы за них зацепиться. И, окончив определенное исследование, дети сами задали вопрос, а чем мы займемся завтра? А завтра, например, мы можем заняться продолжением этой истории, мы можем поговорить и провести историческое исследование Мусы Джалили, не только как поэта, о нем тоже достаточно много написано и знают, но именно его судьба побудила студентов Казанского университета в 80-х годах приехать к Николаю Ивановичу Орлову в Новгородскую область. И именно их приезд, ежегодные приезды, сначала они приехали действительно по следам татарского поэта Мусы Джалили, но именно так родилось поисковое движение в нашем регионе. Именно с Николая Ивановича Орлова и с студентов Казанского университета, которые, в принципе, ехали, занимались историческим исследованием военной судьбы татарского поэта Мусы Джалили. В любой этой ниточке ее можно так прекрасно размотать. Такое интересное, насыщенное, эмоциональное, большим количеством героев может получиться историческое исследование. И дети очень охотно идут на него. Так, а сейчас мы посмотрим коротко о уже одном историческом исследовании, которое я с особым трепетом отношусь. Это совместное историческое исследование, которое проводил я и наш новгородский историк Великой Отечественной войны Одиссей Мамонов. Вы видите два мемориальных памятника, которые расположены в Великом Новгороде. Слева это памятная стела, мемориальная стела трем героям Советского Союза. Это Ивана Герасименко, Александра Красивого и Леонтия Черемнова. Три героя Советского Союза. Памятная стела на Ярославом дворище Великого Новгорода. Немного на окраине города, на территории современного водоканала, находится еще одна памятный знак. Он тоже посвящен подвигу трех красноармейцев, Черемнова, Красивого и Герасименко. Вы видите, там как раз три звезды, да, на ней отображены. И мы видим два мемориала. И мы не видим могилу героев. Герои есть, обелиски есть. Но мы понимаем, что здесь что-то не так. Вот Герасименко, Красилов и Черемнов. И мы задаемся вопросом. Мы прекрасно знаем, ну, скажем так, по первоисточникам, да, по которым был озвучен их подвиг, который прошел 29 января 1942 года. Это подвиг самопожертвования. Все трое закрыли амбразуры вражеских дотов при штурмовке опорного пункта возле Великого Новгорода. И первоисточником у нас служат газетные публикации того времени. Вот мы видим и «Красную звезду», и «Комсомольскую правду» февраля 1942 года. Но, к сожалению, сейчас я не могу относиться к этим источникам достаточно серьезно,
потому что все-таки это фронтовая пресса. Фронтовая пресса – это не историческое исследование, это не поиск исторической правды, это не публикование абсолютно всех подробностей того боя, да, подвига этих людей. В это время в широкомасштабных наступательных действий Красной Армии, начиная от Волховского, Ленинградского фронта, заканчивая Южным фронтом. Так, к сожалению, они потом закончатся неудачно. Но это время подъема. Это только начинает заканчиваться первая широкомасштабная успешная военная операция «Битва под Москвой». Мы понимаем, что подвиг был, но почему мы видим обелиски, не понимаем, почему нет могил этих героев, и сталкиваемся с еще одним непонятным фактом. Почему подвиг был совершен 29 января 1942 года? По военным документам представление к награждению, присвоение звания Героя Советского Союза было подписано командованием армии еще в феврале 1942 года. Почему эти звания этим трем героям посмертно были присвоены только в 1944 году? Плюс мы прекрасно понимаем, что они втроем не могли вести этот бой. Значит, группа военнослужащих была более многочисленной. И мы ничего не знаем о судьбах остальных участников того боя. Это начинает вызывать вопросы. Это начинает быть похожим на те шаблоны, о которых я говорил, которые я очень не люблю. Ну, например, могу для примера провести еще один шаблон. Мы все прекрасно знаем подвиг Александра Матросова в феврале 43-го года. Он тоже совершил подвиг самопожертвования, закрыл амбразуру вражеского дзота. Но мало кто знает и очень мало в информационном пространстве сведений. Например, что Александр Матросов был один из 300 наших военнослужащих, которые совершили этот подвиг самопожертвования, но до него его совершили 45 человек. А первый подвиг был 24 августа 1941 года под Великим Новгородом, совершен политруком Александром Панкратом, которому уже буквально через полгода было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот эти все нестыковочки, да, и они как раз и подталкивают для серьезного, для проведения серьезного такого документального исторического исследования, потому что это важно. А что на самом деле, вот, чтобы уничтожить эти шаблоны, очень важно докопаться до мельчайших деталей этих событий. И, естественно, тот же подвиг Черемнова, Красилова и Герасименко, он единственный официально подтвержденный за всю Великую Отечественную войну коллективный подвиг самопожертвования. Единственный. И мы очень мало об этом знаем. К сожалению, дожив до 21 века, нигде нельзя было найти подробности этого подвига. Нельзя было проследить судьбы остальных его участников, за исключением то нескольких человек, которые выжили в Великой Отечественной войне и оставили какие-то воспоминания после себя уже в мирное время. Итого, что мы можем просматривать для своего исторического исследования? Конечно, литературный источник, я уже говорил. Это вот газетная публикация времен войны, но мы понимаем, что это необходимая, так скажем, публикация для создания настроений собственных солдат. Это необходимая на войне пропаганда, правильная пропаганда, популяризация героизма. Но это не источники исторических фактов, по большому счету. И поэтому всегда, когда анализировали литературные источники, я призываю всегда сомневаться. Есть военные источники, они абсолютно разные. Есть военные источники, там сейчас очень много их открытых. Это боевые донесения, журналы боевых действий. Я имею в виду сейчас советские документы.
не все я могу сказать, что я там получу полноту всей информации и что она будет абсолютно правдивой. Я начинаю ее сравнивать. Я собираю его по лоскуточкам со всех документов и начинаю сравнивать. Есть архивные источники, например, зарубежные источники. Я просто тоже их анализирую, начинаю сравнивать с источниками военных лет советской армии. Воспоминания. Воспоминания можно было бы отнести к литературным источникам, но воспоминаниям у меня доверия больше. Хотя есть свои нюансы. Основные мемуары наши ветераны начали писать все-таки после 65 года, но 20 лет после войны, и так-то солдат, офицер, он видит войну там из своего окопа, не более того. А тут за 20 лет, конечно, и в памяти остается меньше. Но в воспоминаниях, что особенно ценно, встречаются нужные не события, а факты, а встречаются дополнительные имена и фамилии. И вот дальше, исследуя жизни этих людей, можно собрать дополнительные факты, которые помогут сделать это историческое исследование более полным. Ну и самое главное, что есть уже устоявшаяся, например, легенда вот об этом подвиге, коллективном подвиге самопожертвования. Да, она есть, она живет. Новгородцы прекрасно о нем знают. Задача реконструировать. То есть ее дополнить точными событиями, фактами, именами, национальной окраской. И через это показать и войну, и судьбы людей на этой войне, и заинтересовать людей своим исследованием, потому что, честно говоря, вот эти легенды и шаблоны очень хорошо отбивают интерес аудитории вообще к любым историческим исследованиям, и даже не исследованиям, а событиям, которые нам важны с точки зрения сохранения исторической памяти. Да, и что необходимо? Необходимо сейчас, вот я остановлюсь на конкретном этом исследовании, мы использовали немного источников. Мы использовали, естественно, документы Центрального архива Министерства обороны. Они, в принципе, все выложены, да, на ресурсе интернет «Память народа». Я еще раз говорю, журнал «Боевых действий», донесения, накладные листы, карты. Также нам удалось получить некое количество документов из Национального управления архивов и документации США, НАРА, так сокращенно в обиходе историки это называют. Там есть донесения стороны противника, карты, схемы, фото. И, естественно, мы нашли несколько воспоминаний очевидцев этого боя. Их было совсем немного, выживших после войны. Что получилось у нас в результате? А в результате у нас получилась полная картина боя, полный именной список этой группы, которая затеяла бой у так называемых быков недалеко от Кириллова монастыря. Их было 22 изначально. Мы знаем практически судьбу каждого. После войны в живых осталось только трое этих людей. Все они в годы войны в разное время погибли. Абсолютно все участники этого боя были награждены, но там не обошлось без маленького ЧП, без отдельной комиссии по расследованию этого боя. То есть военная пресса сказала об этом подвиге, и там пошло такое наложение, что он уже общепринят, а в этой группе перед началом боя случился самострел, а одного человека после боя они так и не могли найти. Естественно, это специальное расследование. Именно поэтому все участники этого боя, кроме вот этих троих героев Советского Союза, были награждены, но наградами на ступень ниже, только из-за этого. Только поэтому это награждение состоялось в 1944 году, а не сразу по горячим следам еще в 1942 году. И что меня особо радует, мы установили еще одного героя. Еще одного героя, который тоже погиб в этом бою.
и погиб он, не спасая, а в попытке вынести уже погибших черемного красивого Герасименко с поля боя. Это санитар москвич Степан Дубин. Он был награжден посмертно орденом Красного Знамени. И мы установили причину, почему у этих героев нет могилы. Дело в том, что позиции, которые они штурмовали, защищали не немцы, где, когда у нас везде там вот этих шаблонах пишут, там атаковали немцев, там, немцы открыли огонь. Это было подразделение вермахта на 250-й, так называемой испанской голубой дивизии. Все погибшие остались на поле боя, когда эта наша группа ушла в свое расположение. В другие дни командование батальона было организовано поисковые группы, чтобы забрать тела погибших, найти их, но этот поиск не увенчался успехом. Естественно, испанцы уже сами где-то и как-то захоронили четверых этих героев, четверых погибших в том бою наших красноармейцев. И этого места уже никто, я думаю, никогда не установит. Поэтому у них и нет могил. Есть памятные обелиски, но могил у них нет. И так получилось, что полную картину не только боя, полную картину пребывания красивого черемного Герасименко на фронте. Они прибыли с Новокузнецка, и там им тоже стоят памятные обелиски. И чтят там как героев. Полную картину боя 29 января. Полный список участников этого боя. Их дальнейшие судьбы. Получилось так, что прошествие, смотрите, сколько времени мы это исследование провели в 2017 году. Получилось так, что до нас его никто не проводил, хотя это было возможно. Только зацепившись и задав себе очень кучу вопросов, сомнительных вопросов, нам удалось провести это исследование. И что еще сейчас очень важно, я заканчиваю. Все ваши исследования, пожалуйста, публикуйте. Вот мы, первая публикация у нас была в журнале «Военная археология» в 2017 году. Публикуйте на просторах интернета, потому что если даже эти исследования не доведены до конца, если в них даже есть ошибки, вы не представляете, как они могут помочь тем, кто пойдет по вашим следам. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь Александрович. Действительно, абсолютно новый формат у нас лекции, очень интересный. Особенно, наверное, он будет интересен для педагогов, это особенно ценно, потому что основу наших лекций составляют именно педагогические, там, сотрудники, педагоги. И все-таки, наверное, хотелось бы задать вопрос начала. Вот с чего стоит начать и как выбрать человеку, который еще не касался военной темы, тему исследования, для того, чтобы она была ему посильна и интересна, и чтобы она не стала шаблонной? Самое первое, эта тема должна быть, вы уже сказали, действительно интересна ему самому. И потом человек... Ну, скажем так, все равно какой-то период подготовки исследования к активной ее части он должен быть. За это время человек должен себе задать кучу вопросов. Почему я хочу это сделать? Почему мне это интересно? И когда он на него ответит, он сам поймет, кому обратиться за помощью. Ведь, в принципе, у нас исторические исследования до конца иногда не доводятся или делаются, опять же, так более-менее шаблонно, не потому что у нас источников информации нет. Очень многие просто не знают о их существовании. И тогда вот лучше всего обращаться к тем, кого ты уже знаешь, кто этим делом уже занят. Вот я уже привожу примеры такие. Вот у меня одно... историческое исследование было, проводило совместно с молодыми людьми, а они уцепились за один факт. Нам попала рукопись воспоминаний одного офицера,
который воевал здесь на русском рубеже, потом здесь партизанил, и он как-то в рукописи в этой пишет. Но поскольку она была написана так в начале 80-х годов, естественно, там уже немножко шаблонами-то попахивало, и пишет, что вот в одном из боев ему на ногу там упала бутылка зажигательной смеси, он долго, горевшую ногу очень долго лечил. Ну, вроде как и, был бой, лечил. И тут им попадается, они ко мне приходят, попадается воспоминание другого рядового бойца, это уже подразделение, где он пишет, вот в такой-то день ординарец этого офицера нечаянно уронил ему там вскипевший самовар на ногу, да, и вот обварил ему. Вот на этой мелочи вот они поймали нестыковку. Вот не столько, он в мемуарах пишет, что у него нога там в бою сгорела, а ему самовар, оказывается, кипятком на него выйдет. Исторического контекста, конечно, это не меняет, не умаляет подвиг этого человека. Но вот это вот, у нас же, понимаете, печатному слову доверие и сейчас намного больше, чем слово, произнесенное устно. Они увидели этот источник. О, а если мы дальше начнем искать, если мы дальше будем исследовать, что мы еще найдем? У них, вот то, что я говорю, у них появилась тайна. Сначала причина, потом тайна. Им стало интересно. Поэтому, в принципе, они должны все равно сначала сформировать свой интерес на чем-то. Но, в принципе, если я, например, вижу там человека увлеченного, я сам ему эти тайны подкинул, да, и провоцировал его на какую-то дальнейшую работу. Спасибо большое за ответ. И, наверное, будет еще один вопрос. Все-таки чем дальше мы отодвигаемся от событий, тем больше у нас появляется возможности точек зрения, но у нас открываются новые какие-то источники информации, но при этом мы лишаемся главного источника, это самих ветеранов, их становится все меньше, и возможности напрямую с ними пообщаться у нас становится меньше. Это исключительно ваше личное мнение. Как вы считаете, сейчас исследования, которые проводятся вот в данный момент, они более приближены к исторической вот реальности? Либо же такой возможности становится все меньше. Тут палка о двух концах. Я не думаю, что, наверное, вот я говорил, что в основном ветераны стали писать воспоминания своих мемуаров после 65-го года. Ну, понятно, это оттепель, да. У меня, например, ветераны второй ударной армии, которая даже местное население после войны здесь живущее считалось поголовно всех предателей только потому, что это армия командовал генерал Власов, предатель, а вся остальная армия погибла с оружием в руках. Но они впервые начали публиковать свои воспоминания в 86-м году. Это была первая конференция ветеранов. В 81-м или 86-м, сейчас уточню. Это была первая конференция ветеранов второго ударной. До этого они боялись. Но, в принципе, да, конечно, в документах очень много интересного эмоционального, но вы представляете, да, 40 лет после войны, все уже воспоминания поблекли, смешались. Ветераны, в принципе, уже не помнят точных каких-то моментов, это общие фразы. Да, по горячим следам есть воспоминания и там в 40-х годах, и в 50-х годах. Их можно использовать. Но сейчас я вижу необычайный всплеск интереса к нашей военной истории, особенно Великой Отечественной войне. Он просто необычайный. Очень много людей этим занимается. Очень много профессиональных людей, которые действительно их исследования, просто я считаю, великолепны. Но это уже немного другое. Они основываются на глубоком анализе тех документов, которые сейчас возможно получить. Ведь не так давно, да, Министерство обороны открыло свои архивы, да, и на разных ресурсах, сначала ОБД-мемориал, там подвиг народа, да, а потом уже память народа публиковала это все. Но тут надо понимать, как работать своими документами. Хорошо, если человек имеет какое-то военное образование, он тогда может их объяснить и понять. Хорошо, если человек увлечен и долго с этим работает. Я, например, вижу, что сейчас я очень так вот с такой надеждой, хорошей надеждой оцениваю этот всплеск интереса к истории, особенно истории Великой Отечественной войны.
не в большинстве работ, с которыми я ознакомился, или там с теми историками, с кем я знаком, я не сомневаюсь в тех исследованиях, что они проводят. Естественно, как бы я не хотел бы, чтобы этим занимались по большому счету дилетанты, особенно спекулировали на этом. Спасибо еще раз большое за ответ и за нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, она была очень полезной для наших зрителей. Самое главное, она была очень интересной. Напоминаю, что сегодня у нас еще продолжаются лекции. Мы встретимся с вами буквально через час. И для того, чтобы посмотреть методические лектории из Севастополя. А пока я бы хотела сказать большое спасибо Игорю Александровичу и до свидания. Спасибо большое. До свидания.